В Саратове участились случаи избиения и оскорбления полицейских. За 3 месяца уже заведены 3 уголовных дела. 2 стычки с полицией произошли в кафе в центре города и еще один на проспекте Кирова. В одном из кафе под удар попали сразу 2 оперативников. Свою агрессию Буян объяснил тем, что не поверил, что перед ним полицейские. Оперативники были в штатском, но предъявили служебное удостоверение. Все нападавшие – мужчины в состоянии алкогольного опьянения. Возраст от 25 до 45 лет. Все пострадавшие – сотрудники полиции Фрунзенского района. Вы что так себя ведете, а? Молодой человек! Тенденция такова, что, возможно, из малоправовой образованности люди позволяют себе причинять сотрудникам полиции телесные повреждения, либо просто социально неблагополучные люди. В другом случае они бы задумались о том, что, зная о том, что за данное преступление грозит до 5 лет лишения свободы, данные граждане наверняка бы подумали, прежде чем совершать указанное преступление. Нападавшие на полицейских находятся в СИЗО или под подпиской о невыезде. По каждому эпизоду избиения и оскорбления им грозит до 5 лет лишения свободы.